Всем привет! Дорогие друзья, у нас сегодня пришел заказ василька. Я уже мешок раскрыла, поэтому сейчас будем с вами смотреть, чтобы меньше шуршать. Думаю, раскрою заранее. Заказ у меня вот такой вот. Большая упаковочка. Решила заказать кое-что для себя и для дома. Для дома, конечно же, это постельное. Постельное я в тот раз заказывала несколько комплектов. И в этот раз я опять заказала комплекты постельного. Это у нас полуторка на молнии. Бязь. Рисунок очень классный. Постелю обязательно. И покажу вам потом в следующем видео как-то. Ну, вот сегодня вот такая вот полуторка пришла. Дальше. У меня пришла простыня на резинке. У нас есть вот такой вот комплект с домами постельно. Выпустите собаку, пожалуйста, гулять. И поэтому мы заказали еще дополнительную, еще одну простынь на резинке, чтобы не скатывалась. Простыни на резинке много раз заказывала, очень нравится. Поэтому заказала снова. Ну, также прайс-лист. И смотрим, что уже здесь у нас. Носочки. Носочки, это, видимо, у меня дочь Света кидала носочки. Она в корзину складывала, а я потом смотрела, что ей надо, что не надо. Они у меня, им понравились васильки носочки, разные, красивые, яркие. И поэтому они заказывают каждый раз носочки. Сейчас посмотрим, какие в этот раз она заказала. Вот такие вот коротенькие носочки в форме джинсиков. И тут расцветочки разные. Серенькие, чисто белые. Ну, белые у меня девчонки на танцы всегда одевают их. Черные и синенькие. 5 пар носочков. Дальше носочков. Нынче Света что-то мне опять тут накидал. А, это я уже сложила носочки ребятишкам в садик, в школу. Вот такие вот носочки с такими рисунками, с лапками. Белые, голубенькие, такие бирюзовые, черные, розовенькие и коричневые. Вот такие вот носочки. Это я уже деткам в школу, в садик заказала. Также я маленьким заказала. У старших есть носки с авокадами. Иди запусти, пожалуйста, собачку. А у меня маленький. Мам, мы тоже такие хотим. А тут я что-то зашла на васильке. И смотрю, у них такое разнообразие большое носков. И мы увидели вот такие вот с авокадами. Ну и я маленьким решила тоже заказать с авокадами носочки. Сейчас с авокадами модно носки носить. И белые вот такие вот. Они тепленькие, в ботиночки вот сейчас или в резиновые сапожки. Потом одевать как раз самое то, мне кажется, будет. Дальше. Что же у нас дальше? Костюм. 52 размер. Это, наверное, я себе заказывала. Сейчас посмотрим. Это разве костюм? Это не костюм. Это, ребята, вот такая вот парка, как идет. Так. Толстовка, ребята. Это толстовка 52 размер. У нее низ такой закругленный. Немножко сейчас покажу. С капюшоном. Обязательно сегодня примерку сделаю. Рукавчики такие с кармашками. Обязательно примерку сделаю и покажу, как она будет на мне сотреться. А сзади у нее вот такая вот надпись. Очень классная ветровочка, как бы такая на весну самое то. Дальше. Костюм женский, 52 размер. Что-то нынче костюмы опять одни идут. Так, костюм женский, 52 размер, со спортивными штанами, да. Вот такие вот спортивные штаны на резиночке с надписью. Внизу тоже такие как бы наполовину брючки, но немножко как бы чувствуются как прямые. 52 размер с карманами. И сейчас посмотрим, какая кофта. И вот такая вот кофта. Сейчас вот как раз на весну, мне кажется, самое то будет ходить. Вот такая вот кофта с надписью. Обязательно тоже сегодня померю. Там вообще, знаете, вот я смотрела, к
костюмов разных очень много. Вот сейчас на весну особенно там костюмов разных. Можно с шортами. Ну, шортами на весну рано, но вот спортивных костюмов разных смотрела. И расцветки разные. Но я почему-то яркие не могу носить. Мне больше нравятся темные. Так, опять туника. 52 размер. Это я заказывала, чтобы дома что-то носить. Сейчас на весну жарко будет ходить. Поэтому заказывала что-нибудь такое с капюшоном. А, вспомнила, это я у кого-то из блогеров смотрела, и мне понравилась она на блогере. Поэтому вот я заказала ее, да. Она такая спортивного фасона. Спортивная мне нравится, с капюшоном. И вот такая вот туничка. Внизу немножко такой как бы флаг, можно так сказать, да. Классная туника, слушайте, качество суперское. Обязательно сегодня устрою примерку и тоже вам покажу. Дальше опять 52 размер. Что-то мне кажется, тут уже Света подтасовала. Я не посмотрела, когда делала заказ. Потому что что-то это... Я помню, что я спортивную заказывала. Но чтобы еще какую-то заказывала, эту я точно не заказывала. Это у меня, видать, Света уже... Она смотрела, ее нового размера такой вот не оказалось, значит, она на меня бросила. Вот так вот внизу. Это тоже туника, как платьишко идет. Так, это туника идет, да. Хлопок 100%, 52 размер. Слушайте, качество классное. Внизу такое широкое немножечко и такая надпись. Рукава 3/4. Очень приятная ткань. Обязательно примерим, посмотрим. Так, футболка мужская, 56 размер. Это я заказала знакомому. А, нет. Это я заказала папе, по-моему. Вот такая вот футболка. С надписью. О, они любят у меня мужчины мои с надписью носить футболки. Поэтому потом посмотрим. Дальше, что пришло? Это так, 54-56 колготки кашемировые. Это точно я заказывала, ребят. Я когда колготки покупаю, у меня все время маленькие. Я все никак не могу себе подобрать нормальный размер колготок. И поэтому я заказывала опять в Васильке. Ну, по-моему, в этот раз хорошие. Да, тянутся, ребята, да, отлично. Так, что они не утепленные, тоненькие. Такие, видите, тоненькие. Ну, вот сейчас на весну носить самый раз. Внизу вот так вот идут. Классные колготочки. Примерим тоже. Дальше, тут еще две вещи. Тут, короче, полностью заказ на меня идет. Да, нынче доча подтасовала так, что у меня получается весь заказ на меня. Ну ладно, посмотрим, что она мне тут навыбирала. Опять туника. Куда мне их 3 штуки? Это туники. У меня ребенок пытается, чтобы мама красиво одевалась. Сделать. А мама все всегда в черное одевается. Ребенок решил, что пора в светлое одеваться, да? Вот такая вот туника. Красивая расцветка такая, наподобие спортивной. Тут спереди карман есть, и на кармане вот такая вот надпись. Рукав тоже коротенький. Ну, по идее, на весну, на лето будет хорошо. Лосины одел с туничкой, и самое то. Обязательно примерим и посмотрим. Дальше. Костюм. Костюм. Костюм, спортивный костюм опять, да, ребята. Этот костюм я точно заказывала. Вот такие вот штаны. Сбоку такая вставочка. Видно, нет, будет вам. С надписью внизу. Вот такая вот. Резинка плотная. Карманов нету. Первый костюм, где карманов нет, представляете? По качеству мне понравилось. Кофта. Вот такая вот кофта. С капюшоном.
На кофте два кармана. По качеству очень нравится. Сейчас примерим и посмотрим. В целом, вот такой вот, ребята, у меня был заказ. Сегодня ждите от меня дефиле. Хотя многим так себе. Ну вот, постельное заказала опять. Постельное теперь я стараюсь каждый месяц хотя бы по одному комплекту заказывать. Следующий будет заказ у меня для моих деток. Будем заказывать к весне, к лету. Кстати, да, зашла, там очень много появилось на детишек костюмчиков. И мы вот с детьми там уже кое-какие выбрали. Будем заказывать для деток. Если кому интересно, то пройдите по ссылочке в описании на сайт Василька и посмотрите, там очень большой выбор, вы не разочаруетесь. Я много заказывала уже деткам, и нам все очень нравится. И костюмчики, и платьишки, и шортики, и нижнее белье там даже продается, и на детей, и на взрослых, по сути, там есть. Большой ассортимент постельного белья, там покрывало, пледа. Для кухни вы можете также очень много всего разного выбрать. Если вам интересно, пройдите по ссылочке в описании. Также они есть в Инстаграме, в Одноклассниках и ВКонтакте. Ссылочки все оставлю в описании. Пройдите, посмотрите. Ну а сейчас будет от меня примерка. Сейчас, знаете, пришла, достала комплекты, которые у меня в запасе лежат. И знаете, что в шоке? Вот это вот я в прошлый раз, да, заказывала два комплекта. А нынче постельное мы опять такое заказали. Только тут простынь будет без резинки, а здесь простынь на резинке. Это у меня наборы в запасе, которые лежат у меня. И вот еще один. К ним добавился и простынь на резинке. Это у меня всегда, чтобы лежало на запасе, новые заказывала. И вот перебираю то, что заказала. Слушайте, вообще понравилось качество. Сейчас примерю, покажу. Ну вот я, конечно, в шоке, что Света мне вот такую тунику заказала. Это вот да. Как думаете, пойдет мне такой цвет? Я привыкла, видите, вот видно, где я заказывала, а где ребенок заказывал. Ну вот хотя одну вот эту вот тунику тоже не я заказывала, тоже Света. Ну вот тоже спортивная, но она сильно короткая, мне кажется, будет. Ну в принципе померяем, посмотрим. Ну вот зеленое это вообще, я всегда темное стараюсь заказывать. Ну ладно, посмотрим. Ну Василек мне порадовал, вообще нравится Василек. Видите, как у них и прошито все, и классные вещи. Вообще классно. Ладно, примерка. Ну что, дорогие друзья, начинаем примерку костюмов. Первый спортивный костюм двойка. Штаны удлиненные. Резиночка такая тугая. В принципе, вот так вот. Сзади капюшончик. Мне кажется, он хорошо на мне сидит. Карманчики спереди. Вообще классный костюм. Кофта расстегивается. Штаны на резиночке. Вот такие вот. В принципе, неплохой. Мне даже, например, очень нравится. Хоть в свет, хоть в люди выйти можно. Ну что, дальше меряем. Следующим, ребята, решила примерить это кофту. Вот такая вот удлиненная сзади. С капюшоном. Вот такая вот кофта. В целом мне очень даже нравится. Все заказала 52 размера. Ну, пожалуйста. Также карманы есть. Кофта хорошая, качественная. Мне нравится. Классно. На лето у меня кофта есть. Меряем дальше. Следующий костюм. Спортивный. Такой ветровка. Вот у него кофта идет. И штаны. Штаны завышенная талия. Вот. На штанах есть карманы. И сама кофта. Напишите обязательно, как вам. Внизу идут резиночки на брючках. Это мне очень нравится. Ну, как раз то, что я люблю. Напишите, как вам. Следующие меряем. Это три платья у нас осталось. Ну что, примеряем? Следующая, это вот такая вот туника. Она чуть выше колена. В целом, вот такая вот. Я не знаю, почему дочери она понравилась. Здесь вот такая вот висит спортивная, можно сказать, да?
надпись. В целом мне нравится. Рукав 3/4 до локтей как раз самое то, что я и люблю. И вот так вот. Ну и тут киса пытается примерить тоже одежду. Платье мне понравилось. Знаете, в чем разочаровалась? В чем? Я не стала это показывать, но спортивный костюм, который я сейчас примеряла, пришел мне бракованный. Смотрите, ребят. Обидно. Досадно. Ну ладно. Аккуратненько как-нибудь заделаю и наклеечки куплю, приклею. И все. Оно хорошо то, что оно с задней стороны. Ладно, вот такое вот платье. Примеряем остальные два. Следующее платье, это которое выбирала я уже. Вот такое. Сзади оно удлиненное, чуть ниже колена. Спереди покороче, чуть выше колена. Вот так вот оно. Арочкой, да, сзади получается очень красиво. Рукава, в принципе, удобные, не сильно длинные, но и не короткие. Пишите, как вам. В целом мне нравится платье. Тоже свободное, легенькое. Вот зеленое в обтяжечку идет, а это свободненькое и легенькое смотрится. Мне вот это вот почему-то нравится. Но у нас еще третье же есть платье с капюшоном, которое выбрала мне дочь. Ну что, примеряем? Ну что, дорогие друзья, вот оно, третье платье с капюшоном. Такого спортивной тоже тематики. Здесь вот флаг, можно так сказать. Вот так вот у нас сзади. В принципе, мне нравится. Но мне кажется, надо чуть подлиннее, Оксана Григорова. Кажется, чуть-чуть бы вот подлиннее было бы. Я уже не такая молодая, чтобы совсем короткие носить. В принципе, платьишко очень хорошее. По качеству, слушайте, так приятно к телу. Тут также имеется карман. Он, видите, какой? Соединен. Один карман на животе. Можно руки положить и ходить. Напишите, какое из платьев вам понравилось больше. Мне будет очень интересно. И вообще, что из Василька, то, что я заказала, вам понравилось. В принципе, мне очень нравится. Хоть так носить, хоть с капюшоном на голове. Супер! Вот такая вот была от меня примерка. Если вам понравилось, напишите обязательно, что из этих вещей вам понравилось. Я буду ждать. Ссылочки, напоминаю еще раз, находятся в описании. Проходите и заказывайте. Всем говорим пока-пока!